Всем привет, подписчики! На связи секретный камерамен-ученый. Сегодня, это обычное видео по Чикингану. Можно прям до тут. И, да. Ой. Блин. Короче, сегодня будет битва с Нубом, да? Он меня уже кикнул несколько раз. Не такой уж это и Нуб. Ай, блин, а он умеет драться. Я не хочу пока что с ним драться, но... Так, с чем я его убивал? Он перезашел сюда, оказывается. Так, ладно, возьму свое любимое оружие, которым я его убивал. Будем играть вообще, Вика. Я вообще не понимаю тут. Надо не палиться. Блин, может, Нубу скажу то, что я снимаю видео? Нуб. Я ему, говорю. Так. Нуб. Что? Я ютубер. И я снимаю видео. Так, сейчас я немножко отвлекся. Я снимаю видео битва с Нубом. Так, Егор. Так, надеюсь, тут не вышел, он тут. Я ютубер, и я... Сейчас, где этот, блин, Нуб? Можно фотку? Так, это Вика сказала? Я тоже снимаю. Да. Можно. Это впервые. Стоп. Да. Сейчас. Блин, да зачем тебе так? Все, он чисто. Так, сейчас. Все готово. Все шокнуло. Чисто. Да, блин. Сейчас, подписчики. Блин. Вику? Кто Вику убил? Это нафиг. Чё? Всё, сейчас. Спасе. Это значит спасибо, как я понимаю. Да он бессмертный. Наш не работает. Да ладно, это должно. Меня убили. Нубы. Ладно, это же всё-таки видео с битвы с Нубом. Так что... Ну, снайперские вещи у меня есть. Так, короче, где мой получше оружие? Лови птички, не убийщик. Да блин, как по нему попасть-то? Егор, я не понимаю, что он пишет там. Как нам снимать видео битвы с Нубом? Да, не 19 как. Нуб вышел. Кто это написал? Кто это написал? Блин, как это решить? А, фу, я забыл. На. Не я. А! Да. Ну ладно, тогда видео надо переименовать. Битва с Дэном. Ну ладно, тогда я буду руками. У меня нету, блин, надо будет накопить. Так, Дэн, вот он. Дэн 19К. Он меня убил.
Ладно, мне то все. Ага, он вышел. Че начали снимать? Ну ладно. Короче, мы и узнаем, что мы ее будем снимать. Меня не должны кикать. С Викой я не буду драться, блин. Может. Ладно, у меня появилась идея. Я буду играть на всех серверах под названием Schoolboy. Я даже сейчас играю на нем. Опа. Так, ну и тут ничего не делается. Ладно, пока. Ладно, пока. Секретный камераман ученый, помоги, как это решить. Так, сейчас. Как это решить? Все равно. 3. Ну чё, я умею. Такие, помоги. Если что, это мои помощники. Надеюсь. Я сегодня делал несколько кое-кого геномик. Модераторы мне делал. Так. Стоп. Стоп. 1 + 2 равно... Ничего. Опа, да на 19к. Все-таки нет. А нет, ладно, все, я выхожу отсюда. Так, ну что, секрет. Так. Ссылку. О, бое. 55. Ну это логично. 5555. Неправильный пароль. Да не. Ну ладно. Создать игру. Ну ладно, я тут один. Блин, я не умею это создавать. Короче, заходите на мой сервак. Потому что Schoolboy больше никакого нет. Не знаю. Так, ладно. Ладно. Тогда сегодня будет просто, мы будем оценивать сервера. Вот, Schoolboy я дед. Это было, ну, семерочка так. Семерочка. Заходим только мир читаки. Ага, все. Ну, я уже на ноль это оценю сразу. Потому что, ну, я, мне что-то кажется... Маркусь. Кукусь. Это по-любому какие-то чудаки делали. Босс. Так, тихо. Пупс. Чикенган. Ага, он не читак. Ладно. Подписчики, спасибо вам за 2000 подписчиков. Я вообще не ожидал, что заработаю столько. Из-за какого-то видео. Как я понял, я должен больше что-то снимать по Майнкрафту. Видите, я снимал Чикенган, походу вам уже Чикенган надоел. Я понял. Давно я Майнкрафт не снимал. Ладно, надо. Когда я буду Чикенган снимать, вы можете сразу увидеть. Знаете как? Ну, по названию канала. Видит нас к. Я буду так только делать, когда Чикенган и старый Чикенгана. Хотя не, я не буду это название убирать. Такс. Ты на кого тут руку поднял, пупс? Ну, этот сервак без читаков, никто тут не летает, никто не бессмертный. Ну, не кикайте льва, если он играет с... Ну, вы знаете, с чем. С бессмертием, блин. Просто это его самозащита. Ну, зато, когда мы играем, вот никто не мешает. Потом заходит там кто-то. Опа.
показать счета. Я пока что буду их проверять. Золотые калаши, золотые калаши. На, блин. Двоих друг друга убили. Да тут хорошо поехаться можно. Заходите, короче. Кстати, подписчики, под эти видео напишите в комментариях, какой у вас ник? Для меня это очень много значит. Вы спросите, зачем? Может, я вас и встречу. Но, если что, я сразу могу сообщить на своих всех каналах, которые у меня есть, когда выйдет, во-первых, ну, не знаю, зачем вам это. Во-первых, если я найду фейка, ну, слушайте, у фейков только есть золотые калаши и в игры там какие-то хорошие базуки, там, например. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не знаю, как вам вести. Но если... Вот вы видите мои оружия. Если каких-то тут нету, либо же... Либо же тут какие-то другие есть. То смотрите, если какое-то семейство, какой-то секретный агент заходит, да, скажи, покажи все оружие. Тогда вы только запомните мои оружие. Ведь тогда вы только можете найти фейка. Но, подписчики, вы только это знаете. Мое самое любимое оружие это два минигана и вот эта вот снайперская винтовочка. Винтовочка снайперская. Ведь с помощью нее очень быстро можно. И запомните это. Благодаря этому. Что хотите сказать? Запомните, я вам всегда буду говорить, когда у меня добавляются новые оружки. Упс. Ага. Когда у меня добавляются новые оружки, понятно? Ну, тут я этот сервак оцениваю на 8 все-таки. Тут нету читеров, и можно нормально так повыкахаться. Опа. Хороший человек. А, так он реал хороший. Я ему помахаю так. Он же хороший. Блин, тут Россия прошла. Ой, да блин, да блин. Ладно, пофиг. Такс. Ну, запомните мой скин. Сейчас я выйду куда-то. Вот, смотрите. Мой скин состоит из камеры, сзади колонки и вот этого вот ученого на мне. Кофта ученого. Вот такие вот, как у Дада 19К. Сапоги. И самое главное, корона. И, ну, и сзади есть колонка. И это все. Что? Хапфу. Босса. Все, на этом видео заканчивается. Всем пока и до скорой встречи. Пожалуйста, давайте наберем уже, ну, побольше подписчиков. Наша цель это 10К подписчиков. Мы к этому стремимся с самого начала канала. И, ну, скоро будет что-то новое. Это большая отсылка, вы знаете, на что. ПСЭ. Ну, это мои все скины. Я могу в них иногда ходить, чтобы для видео сниматься. Супер Джек. Ну, мистер Бист. Вы что, знаете, на что это я намекаю? Да, Витя? Все нормально. Вы что, знаете, на что я намекаю? Знаете? Я думаю, вы все это понимаете. Такс. Да блин! Такс. Ладно. Такс. Понятно. Ну и с этим.
Эй, что нажал? Ладно, а на этом всем пока. И до скорой встречи. Блин, когда я установлю 4.2.0? Или его... Ладно, пофиг. Сам видео еще не закончилось. Ладно, сейчас. Хапу. И всем пока.